У нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Мне 55 лет. Я, ну, как бы сказать вам, недавно начал посещать русскую баню. И вот у меня были проблемы с суставами. Я хотел поинтересоваться у вас по поводу того, что... Ваш вопрос. Мой вопрос заключается в том, по поводу, вы разговаривали о формате, я хотел бы спросить о интимном формате. Мы, ну, как бы, я извиняюсь за этот вопрос, но мы занимаемся сексом прямо в бане. Хороший вопрос, спасибо большое. Спасибо. Достаточно очень распространенная вот такая практика, когда супружеские пары идут в баню и... Происходит половой контакт. Ваши отношения, Борис Глебович? Ну, я бы советовал в бане проводить прелюдию, а все-таки сам процесс должен быть, ну, скажем так, не в парилке, не в парной. То есть это где-то должен быть комната для релаксации. Потому что, ну, сама по себе парная, ну, я не знаю, как там банщики вот годами стоят. Лежишь тебе, мягко выражаясь, жарко и напряжно. А еще заниматься физическим трудом, то есть здесь, то есть здесь это проблема. Дополнительная нагрузка, это жесткая нагрузка на сердечный, организм, конечно, сердце. Да. Больше того, то есть когда люди вот берут в руки веник, ведь они считают как, что чем сильнее размахнешься, тем сильнее ударишь, тем лучше. Банщик, он работает кистью. Он чем меньше мышц у него работает, тем больше он будет работать, тем меньше, то, тем больше пользы для его здоровья. Ведь если посмотреть сюжет, там банщик как веером, опахалом он там играется. То есть, и это основа. Но он понимает, что физическая работа в бане, он там не будет танцевать там, какой-то интенсивный танец. Он там встал, стоит аккуратно, расслабившись, и там дирижирует этими потоками горячего воздуха. То есть, для здоровья все-таки вы не рекомендовали бы половые там контакты? Можно, конечно, там можно, да, пожалуйста, вы вдвоем общаетесь без проблем. После этого, если хватает сил, если вы хорошо тут попарились, то сил может еще и не сильно-то и хватить. Там уже будет не до этого. Нужно уже посидеть, расслабиться. Тут уже можно легко перекусить после бани по аппетиту. То есть тут проблем нет. Но как бы очень напряженная система, потому что вязкость крови и любая физическая нагрузка на этом фоне – это истощение мышц сердца. Спасибо большое за ответ. Алексей Николаевич, вот вы уже так презентовали один веник.